Азазелла. Вы хорошо стреляете, Азазелла. Ваш тоже на три. Сердце критику Латунска. Критик Латунский. Я поклялась отравить его. Его критика чернильят. Что за критик такой Латунский? Есть такой критик, Лисия. Он погубил одного мастера. Мастера? Он написал роман о Понтии Пилате. Ну дайте хоть посмотреть. Это невозможно. Он жёг его в печке. Простите, но рукописи не горят. Ну-ка, бегемо, дай сюда роман. Рукопись. Всесилен. Солнце вернулось в биржу мою. Прежде чем уйти утонуть в Средиземном море, посылала прощальные лучи ненавидимому прокуратору. Лилия Матвеевна, ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа. Покажи партию, которую ты носишь со мной. И где записаны слова Иешуа? Все хотите отнять. И последнее, что имею. Я не сказал «отдай». Я сказал, покажи. Рухнет храм старой веры, и создастся новый храм истины. Человек перейдет в царство истины и справедливости. Смерти нет, Бог один. Все люди добрые. Нет большего порока, чем трусость. Чередуется свет. Память сводит с ума. Прощения мне нет. Безысходность страдания. Бессонницы распят. Я готов выпить яд. Но легко устоят. Все слова покаяния истерзаны. Полною мной я вижу светлый образ твой философ с доброю душой. Во сне хочу тебя спасти вначале. В конце пути, но умываю руки. Я слышу боль и стон, но печали разбни. Мне с четырех сторон эти добрые люди. Ершаваимский зной иссушил мой покой. Смертный грех вековой мою душу погубит. Сердце полною луной я вижу светлый образ твой философ с доброй душой. Во сне хочу тебя спасти. И в конце пути на умываю руки. Умри, Иерусалим! Не напишу тебя, жить проклята моя. Память душу мне гложет, и я убил мой страх. Мой отрус от глаза. Что не поможет, где за полной луной я вижу светлый образ твой глаза с доброй душой.
прощай.